Лет восемь назад мы в этой студии, когда беседовали, вы очень Никита топили за говорили Я не мои, топил, мои я девочки, защищал. Мои да. девочки, мои, мои девочки, дочки, я да. и сейчас говорю, так. потому что э, я так называю... ничего не вышло из ваших девочек, смотрите, я называл, где они сейчас? А, а что вышло из юродивых ну, что э, вышло, всех веков? Да, Они Но юродивые? Храм... Я ж тогда говорил, что я защищаю девчонок, потому что они работают на уровне юродства. Э, а вот тот же Павленский, которого да. мы упоминали, он идейный или он просто идея? ради под... он иде... нет, какая нет. у него идея? Он анархист? Какая у него идея? Я не знаю, как анархист, но то, что он э, э, вот сейчас супер, супер его... яркий да. художник, потому что я знаю все там мнения, да, крутят пальцем у виска. В дальнейшем, да, там двери подшаг. Ну да. Но он же... Вот он я. Mm -hmm. Он ну, же так... делает это и, идейно, да. Просто я от этого отошел, потому так что я понял. какая идея? Ну как, какая как идея? идея его... С чекистами борьба. Во Франции сейчас Нет, с чекистами. А там он пришел и когда поджег двери банка. Да. Это ж надо иметь смелость. Он же знает, что он будет посажен, он идет и не боится. Настоящее искусство оно не понимается массовым сознанием. Я ведь сознательно ушел во всю эту эпатажную сферу, потому что я мог собирать, да, после любить по-русски, ярмаки собирал, стадионы на коне воседал, и я понимал иллюзорность. А я был в фаворе, я и, и меня давали контракты, пятилетние контракты, мне предлагали миллионы, миллион долларов исчисления. Я не знаю на сегодняшний день в шоу-бизнесе человека, кто бы отказался от того, от чего отказался я. Но пять лет ты поешь то, что мы тебе говорим. Песни «Аля любить по-русски», песни Высоцкого и то не все. Мы сделаем из тебя живой символ Талькова, Цоя и Высоцкого. Поскольку мы знаем, что ты шальной, свободный. Все, миллионы тебе. Но гарантия того, что ты в имидже «Любить по-русски» короткой прически поешь только то, и что мы тебе говорим. И я не только этот контракт не заключил, я потом не пошел, кстати, третья серия ⁇ любить по-русски ⁇ мало кто знает. Во-первых, мало кто знает, что 1995 год и название Любить по-русски пролоббировал Евгений Семенович Матвеев, в Царство ему Небесное, потому что ему в госкино сказали, уберите название русский. Сейчас это везде тогда, тогда Макашов, русские фашисты и так далее. И ему говорит, убирайте, а ему 10 лет не давали снимать. И Матвеев, а сценарий написал Валентин Черных, оскороносец за Москва слезам не верит. Говорит. И Матвеев пришел в, го в Госкино и принес письмо и говорит, если вы не дадите мне, я не буду менять название, если вы не дадите мне снять «Любить по-русски» под вот этим названием, я покончу жизнь самоубийством, говорил им дедушка больше 70 лет, и обвиню вас.